Всем привет. Мы продолжаем строить шахту. Так, я немножко тут подумал. Куда ты? Я забыл фейл. Во-первых, я подумал, и мне как бы звук есть, и вам нормально должно быть слышно. Но я на всякий случай сделаю немного потише, чтобы потом меня можно было слышать хорошо. Вот. Во-первых, у меня есть железо, да, и я хотел бы его разложить по печкам. Хотя бы как-то вот так вот. Потому что, ну, как бы, плавить надо. Тут у меня еще ничего не того. Все хорошо, короче, у нас. О, ягоды выросли. Это тоже хорошо. Ягоды мне нужны. Ягоды. Ягоды — это всегда хорошо. Так, ладно. Насчет этой шахты. Во-первых, нам нужно дерево. Поэтому предлагаю сходить. Во-первых, посадим здесь березу. Где-то вот здесь. Красиво просто будет выглядеть. Во-вторых, нам нужен источник, лютый источник дерева. Сейчас будем просто рубить деревья. Я просто хотел в будущем будет построить себе лифт. Кто знает, что это такое, понимает, о чем я. Песок, души, ну вы поняли. Поэтому сейчас я буду рубить очень много дерева для будущего. Просто мне нужно будет поставить много табличек. Для одной таблички нужно 6 дерева и одна палка. То есть для стака табличек мне нужно, получается, где-то примерно 2 стака. То есть это 2 стака именно самих досок. А 2 стака досок — это пол стака дерева. Ну, короче, нормально пока что. Давайте также заодно и добуду берез на, потом на будущее. Буду рубить, короче, все. Потому что, ну, в будущем, опять же, я найду применение всему этому. Так, на самом деле 2 стака — 128 блоков, поэтому, ну, я думаю, мне будет достаточно 128 блоков. У меня получается... Ну вот, все, в принципе, вот так достаточно дерева. Теперь давайте нарубим вот этого. Вот, нормально. Теперь бежим домой. Как же, что у меня огромнейший лес, и тут будет как бы, ну, просто трудно. Тем более, что у меня где-то там были координаты. Я, правда, уже забыл. Так, давайте соберем тростник, он у нас вырос. И срубим вот это дерево, оно бесит. Эти 2 дерева, они вообще бесят меня. Вот, тут есть? А, тут нету ствола, но не пропал, потому что там было еще одно дерево. Вот оно еще. Это тоже срубим. Тихо, важный тростник, важная вещь. Тростник — это важная вещь. Тростник, запомните, тростник — самая важная вещь в Майнкрафте. А не самая, но важная. С этим никто спорить не будет. Окей, 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 окей. Давайте также здесь разровняем теру. Ну, кажется, здесь разровняем. Сделаем ее более пригодной для передвижения. А что-то как-то вот так вот примерно. Кстати, ягоды растут быстро. Я удивлен. Почему? Ну, не важно. Так, а также мы берем... Бум. Бум. Крафтим на это все. Опять же, палки. Палки крафтим. Так, ну я не знаю, у меня еще одна доска есть, да, где-то. Ну, была. Так, и наша задача сейчас будет, во-первых, крафтить таблички и не упасть. Во-вторых, вот эта доска, ну ладно, как бы, уже бочку. Давайте мы выкинем это. Поставим. И бум. А, они только по 16 делаются. О, как неловко вышло, я же не знал. А я не знал. Окей. Что-то, по-моему, я слишком мало дерева нарубил, на самом-то деле. Ладно, ну столько примерно, я думаю, достаточно. Я думаю, столько будет нормально. Наша задача сейчас будет вот так вот проставлять таблички. Потом вы опять же поймете, для чего. А, может, вот так вот. Ну, окей, тогда это удобно. Так, тут таблички.
будем ставить вот так вот. Она не смотрится. У меня есть стекло. Ведь если у меня есть стекло, то это как бы все сразу решает все проблемы просто. Стекло решает все проблемы. Стекло, сука, решает все проблемы. Я не буду, я не перестану это повторить. Я тогда просто могу факел подальше подвинуть и все, как бы. Вот так вот будет. А там стекло как-то скрафтить. Закрафтить стекло. Сука, я ударился. Яблочко. Скушать яблочко. Я хочу себе яблоко. Нафиг мне белую шерсть, на самом-то деле. Зачем? Уже как бы ночь скоро, поэтому надо быстро искать песок. Его мне нужно достаточно много, на самом-то деле. Вон водоем. У меня нет места. В жопу Сашин задула. Быстрее. Беги, блядь. Копай, молодец. Быстро. Пошел. Вспомни, что Майнкрафт твоя жизнь. Копай. Сколько? 20 штук. 24 добываем и уходим. Беги. Ой, сейчас как мы заспавнимся. Вон уже зомбак есть. Ладно, бежим. А я убивал вообще мобов? Да, убивал. Ну ладно. Я просто думал, мало ли. Вот не сюда. Нет, только не крипер. Крипер мне все испортит. Скелет, здравствуйте. Пардон. Спать. Рядом есть монстры. Печалька. Ладно. Чё там? Чё за дверью? Чё тут? Ладно, ничего не понятно. Давайте... Тактика богов просто, я бы сказал. Просто вот так вот делаю. Всё, все скелеты погибают. Потому что они лохи. У меня закончилось место. Надо идти крафтить железо. Точнее, броню. Ладно, до этого мы подождем. Окей. Мы делим на 3. Блин, надо было брать не столько. Я трачу, короче, весь уголь тут. Ну ладно. Так, продолжаем наше интересное занятие. И теперь наша задача еще и представить все факела. Поскольку я в безопасности, ну более не менее, я могу что-то брать. И вот сюда вот буду садить факела. Тихо ты, господи, боже, ты музыки ненавидишь, боже мой. Ты не стих, ты идиот. Что это? Что происходит? А, с этой стороны я сделал, да? Все, что? Потом я доски зашрублю, конечно. Так, вот. Вот, тут можно убирать доску. Тут тоже. Я сказал, тут тоже. Бам. Оп. С этой стороны я вообще ничего не сделал. Ну, как бы, ладно. Конечно. Конечно, как бы ладно. Но вот в чем проблема. Проблемы нет. Не спрашивайте меня, что я несу. Ух ты, как тут темно. Тут надо как-то. Вот так. Но поскольку доску мне жалко, я заменю эту сейчас землей. Чё, тут далеко? Ну, такое, на самом деле. Отлично. Ставим.
и ставим, да, получается. Окей, все получилось нормально, ну, более-менее. Теперь осталось только закрыть все это табличками и стеклами, и тогда все будет вообще замечательно. Тёха, ты уроки делаешь? А, понятно. Красава! Умница просто. Умница просто. А? Гулять? Ну до семи часов еще сколько? Ну еще часик есть, и потом пойдем. Ну давай ты тогда нас покормишь, получается. Или давай мы вернемся, ты нам дашь что-то такое, типа. Как перекусить, то есть не ужин, а просто как перекусить. Что? Ну я же говорю, не покушать, а перекусить. Блядь, я спустился. Я спустился. Блин, с этой стороны мог ничего не менять, хотя ладно. Все должно быть просто симметрично. Тем более так в любом случае выглядит красивее, поэтому почему бы и нет? Ага, окей. Я даже много сделал. Хотя таблички, в принципе, на будущее. Если я буду делать похожую срань, а я буду делать похожую срань, как минимум в качестве ресурсов, они мне пригодятся в будущем, поэтому ладно. Тем более, ни у кого нет так много табличек, как у меня. Это моя особенность. Хорошо, это, конечно, Нет, сюда я тоже ставлю, я же гений. Гений, конечно, я это понятно, но вот ставить таблички надо не забывать. Не, нормально вообще как бы, ну вообще как бы хорошо иду. Так, и сюда стеку. Белиссимо просто. Идеально, превосходно. Она теперь подает свет. Так, я рад, что я работаю с привык только с нами. Ура. Теперь осталось дело за малым. Во-первых, я бы хотел как бы это изменить, хотя мне в принципе так удобно, поэтому ладно. Так, ну давайте на оставшиеся опять же сделаем все лестницы. Получается 18 штук, а там где-то 28. О, я могу закончить шахту прямо сейчас. Поехали. Найс. Так, давайте возьмем орудия свои взяли. У меня, к счастью, остался еще уголь. Это очень хорошо. Давайте ставим F3. Это я. Кряхтит или бубнит? Это не я. Ну да. Возможно. Ой, да ладно, господи. Тебе какая разница? Конечно, извиняюсь, что мы затрагиваем такие темы. Это же домашняя обстановка, должны понимать. У каждого дома было такое. Тут. Нет, все-таки хорошо рассчитал табличку. Вот прям реально хорошо. То есть это 11-я высота, да? Ну вот, отлично. И спускаемся еще на один блок. Белиссимо, опять же. Класс.
Надо только вот тут точно такое же сделать, получается. Опять же, для красоты неописуемой. Ну, все получается. А, ну и, конечно же, разлить воду. Как же без этого? Вот тут разлить. Почему так? Ну, все вот так вот. Та-дам! Получается, и вот тут табличка есть. Вау! Вау! Копаться, получается, можно только в эту сторону, а потому что... Ладно, пойдем. Пойдем. Давайте тогда, раз уж у меня осталось это лишнее, мы ее поставим вот сюда. Па-бам! Вот и что-то там. А что это, фоли? Это что? Чё? Water-блоки. А, типа заполнено на одном воде. Ладно, не важно, короче, просто. Просто попал залив. Это берем на передний слот. Кстати, давайте чекнем, как у нас там трава разрослась ли она. Кстати, поздравляю вас опять же с снегом. Анимации не будет. Скоро будет, наверное, про Соника вот эта срань. Ну, в смысле, про плюшевого Соника я продолжу. Возможно. Возможно, даже на улице. Точно! Точно я придумала. Но это будет потом. Это, возможно, будет завтра. Контент! Короче, это можно закрыть, поскольку оно уже заразилось. У меня, я как раз для этого сохранил одну темно-дубовую доску. Потому что я гений. Мать твою. Так, все, урываем это говно. Так, получается, у меня много железа. И также, кстати, много глины. Также много булыжника. Давайте мы эту всю глину переплавим. Раз, два. Я не знаю, зачем ее переплавлять. Эти печени пока что пощадим, потому что они и так уже от своего отработали. Мы будем вот это вот. Аля-ля-ля. Что это такое? Я только что... Так. Я хотел себе еще, по-моему, плавильную печь, да? Как она крафтится? Никто не знает, да? Для нее точно нужно железо. Прям 100 пудов. 100 лучник. Нахер мне 100 лучник. Это она где-то вот здесь, да, по идее? Ну, я как бы не вижу, вообще не вижу. Я не вижу. Не вижу я этого. Но оно крафтится, я точно помню, что оно крафтится вот так вот. А где моя печка? А, так я печку не взял, конечно, она мне не будет показываться. А теперь? Нет, но я точно помню, что оно крафтится как-то раз, два. И тут нам нужен гладкий камень. Поэтому мы закинем раз, два, три. Три гладких камня, это точно, это я ставлю. Да, ложимся спать, кстати. А три гладких камня? Ну там не камень, там нужен гладкий камень. А как он крафтится? Я ж не знаю. Я ж не знаю, как он крафтится. Окей, давайте искать. Гладкий камень, это полированный дерево. Это не то. Это не то. Это андезит, это вообще андезит. Андезит и полированный андезит, тут, конечно, хорошо. Андезит, плита, каменные кирпичи, черное стекло, классно. Вариант, да? Ясно, никто мне не скажет, из чего оно крафтится. Окей, давайте попробуем еще накинуть туда камня. Просто у меня есть подозрение, что оно крафтится не стекло. Пока оно все там пожарится, мы делаем вот так вот. Как бы, что тянуть, если у нас все есть. Раз, два. Штаники. Я чуть не нажал на shift. Это был бы фейл. У меня было бы много железных штанов. Так, окей, давайте за эти камни заберем, переложим в эту печку. Мало ли. Ладно. Если нельзя, то нельзя. Я могу себе камнерез сделать. Он мне нужен.
Я ж не знаю, зачем он мне. Я ж не знаю. Ладно. Продолжаем. Если мы объединяем камни, мы получаем кирпичи. Мне нужны не кирпичи. Мне нужен гладкий камень. Как я могу его скрафтить? Я буду взять каменную плиту. Ладно, хорошо. Я хорошо, что я могу ее сделать. Для чего? Что? Как он крафтится? Андезит, ступенька, булыжник. Камень, херня, вот это вот. Камень. Окей. Пойдем по современным. Крафт. Плавильной печи. Плавильная печь. Официальная. А это вот хрень. Твердый блок. Блок сущность. Получение. Нам нужен, получается, гладкий камень. Хорошо, гладкий камень, запомнили. Гладкий камень. Как скрафт гладкого камня? Так. Это гладкий песчаный. Это надо переплавить еще, я понял. Ну, это как бы логично, но как бы вообще нифига. Нам нужно даже еще раз переплавить. Учимся крафтить с Андреем. Да, это новая рубрика. Да, может, такую рубрику сделать будет на канале. Идея, в принципе, неплохая, хочу я сказать, но говорю, нехорошая. Что со мной не так? Ура! Так. Сейчас у нас будет пламенная печь. Сока. У меня получается... А если сделать много пламенных печей? Тогда эти печи можно будет буквально убрать. Я просто хочу понимать, что сделать. А вы знали, кстати, что, по-моему, коптильню... Я, конечно, могу ошибаться. Но, по-моему, коптильню... Нет, я все-таки терпой. А что, ну, короче, что-то в Майнкрафте вот быстрее ломается топором. Не понял. А, стул этого. Стол. Кузнеца. Так. Раз. А, два. Так, удобнее. Но я нет. Я про, я без. Раз. А, два. И три. Бум. Мне нужно еще несколько печек и еще уголька. Для еще одного уголька мне нужно еще один камень. Кстати, кирпичи заберем, почему бы нет. Та-дам! Кирпичи! Бам-бам! Найс! Господи, почему я настолько тупой? Ой, господи. Я дебил. Я это признаю. Мне нужно две печки. Раз, два. Забираем. Три. Четыре. Нет, потом мы сразу все скрафтим. Вот, берем. Раз. Дос. Это рис, две плавильные печи. Гениально просто. Это же шедевр. Давайте ее тоже загрузим. Так, у нас получается 5. Надо уголь поделить на 5 частей. Оп. Больше будет, конечно же, в печке. Остальное будет в плавиль. Потому что использовать я его, конечно, буду их. Ну зачем мне как бы
Меч. Стой, нет, я не хочу его так покидать. Я знаю, что я сделаю в память о мече. Я поставлю его на стенд. Я буду собирать на нем все старые вещи. Этот меч будет стоять вот здесь и охранять мой сон. Он будет стоять вот тут, вот так вот. Вот так он будет стоять. Вот. Вот так вот. А я буду стоять и... Сейчас, я приду. Ты уйдешь из моего инвентаря памятью героя. Что я не сухо. Как герой, короче, уйдет он. Это можно убирать, потому что я уже наплодил столько, сколько мне надо. Так, и что тут у нас с травой? Трава еще не разрослась. Ну, кто бы сомневался, на самом деле. Кстати, сколько волков я не видел, и собаку не очень хочу. Давайте заюзаем костную муку. Так, опа! Хе-хе! Вроде бы, как бы, я, не может быть, немножко помню крафта. Может быть, я не отрицаю, что я могу не помнить. Но вроде бы, крафт мне ясен. На самом деле, ни хера не подобного. Я не знаю, как оно крафтится. Для этого наверняка нужно побольше палок. К примеру, раз, два, три. Google, в помощь. Как крафтится армор стенд, да? Крафт стойки для брони. Стойка для брони. Получение. А, ну я да, я гений. Я почти угадал. Что-то как-то вот так вот оно. Вот так вот как-то. Гений, блин. А. Ну я же говорю, я гений. Армор стенд. Ёпта. А-тя-тя. Ну что ж, держи. У него нет рук. Нет, это же не бодрок. Чтобы понимали, на бодрок Edition у них есть руки, как бы, чтобы держать предметы. Но это не бодрок Edition. Боже ж ты мой. А если раздатчик? Нет, раздатчик наверняка ничего не сделает. Я тупой. Я тупой, вот серьезно, я тупой. Ладно. Ладно. Ах, господи, может у меня есть старая броня? Нет, у меня нет брони. Ладно, тогда этот меч будет более, как бы, посвящен еще больше. Он будет в рамке. Так все хотел красиво сделать. Модом. Добавьте эту возможность. Он будет вот здесь и будет тоже очень красиво выглядеть. А, кстати, я чуть не забыл себе новый скрафтить. А то мы прощаемся со старым, а нового у меня нет. И сейчас как мобы мне убьют меня, так сказать. Было бы не очень приятно. Спать. С ножом в руках. Время идти искать алмазы. Погнали. Копаем. Ищем алмазы. Поскольку щит мне не нужен, у меня во второй руке будет факела. Факела. У меня их очень мало, а у меня их больше нету. Ладно, давай прокопаемся немножко. Факела. Полетим, копаем, бьем.
даем. Тыщ, 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 тыщ. Алмазы. Нормально так. Их много. Фак е. Я не спавнил, хоть серьезно, ребят, я их не спавнил. Это рандом. И он на моей стороне. Друг ближний. Так, редстоун, это первый редстоун в моей жизни, да, получается? Ну, давайте возьмем его, как бы, вскопаем. Кадиллак, кадиллак, это новый кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блять, вот так. Эй, бичу, играть всем пушки, а больше надеяться на алмазы смысла нету. Ну, я буду копать, потому что я могу. Не, ну это рандом, конечно. Я просто реально немножко уставший, поэтому... Не удивляйтесь моей реакции. Почему оно выходит из... А, потому что у меня есть свое внутреннее. Ну, давайте задержать их вот так вот. А я вот так вот. Ахаха, я умный. Это я Big Brain, конечно. Просто. Я умный. Я умный. А, там, походу, нет. Гонка, машинка, вагонетка. О! Уголь. Точно. Немножко обосрался, и от бутылки воды, и вода потекла. Немножко пересрал. Это реально было немножко стрёмно. Так, ну теперь это может точно взять во вторую руку. Пойдем, 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 пойдем. Копаем, копаем, копаем. Я говорю, что мы не будем долго копаться. Мы будем долго копаться. Я говорю, возможно, не очень интересно, как я копаюсь, но придется. Ого, как быстро сломалась кирка. У Артема забор высокий и короткий, и длинный и низкий. Что? Сейчас кирка ломается, мы перестаем копаться.
через 20 минут уже за того. О, здрасте, мистер Лава. Это дичь как. Здравствуйте. Я пришел к вам из другого мира. Мое имя Андрей. Это что? О, класс. Бесполезная мне ненужная сразу. Тут темно. Класс. А, это даже не пещера. Тогда я рад. Тут есть просто тупо халявный для меня источник воды, который я могу, кстати, взять. А могу взять лаву для достижения. Она важнее. Давайте мы это вот заберем. Куда-то вот сюда вот выкинем, чтобы было. Где моя горячая штучка? Дайте мне горячую штучку. Горячая штучка. Здорово, булыжники. Что там? На самом деле, далеко проспался уже. Уже полки киса мало, кстати. Даже больше. Поэтому... Продолжаем. Поэтому продолжаем. Конечно. Алмазы. Вот не зря я остановился. Я не знаю, будем ли мы их выкапывать... После удачи 3, их тут просто реально много. Это 8 штук, да? 8 штук. Копаем. Копаем. Расстающийся уже меч и хоть какую-то броню. Что? Ладно, что сходит для меня. Случай мы скоро пойдем с другом гулять, с Ильей, помните его, да? Из видеоролика. Очень у него ютубера он был, да? Вот мы с ним тоже дружим. И, короче, он того. Мы с ним пойдем гулять, и это мое спасение просто. Может, даже поснимаем что-нибудь. Халять. Халять, ебалять! А если бы я катался вот тут вот, я бы алмазы эти не нашел. Вы представляете, на самом деле, как много мы проходим мимо алмазов? Это просто уже. Да, юмор. Смешно. Нет. Ладно, давайте вот, у меня ломается кирка, мы вылазим из шахты, крафтим себе топовый меч, топовую броню. Бежали. Я же выкидываю. Тихо. У меня баги. Ребят, у меня для вас есть порция багов из Майнкрафта. Озеро лавы. Озеро лавы. Озеро лавы. Потеряла, ничего больше не вижу. Ладно, пофиг. Бежим! Куда меч? Куда меч, идиот? Тус. Кстати, теперь у меня не будет проблем с булыжником. Лол. Лол. Что ты делаешь? На самом деле, у меня в основном шахта получается куда глубже. Это я, получается, нашел такой уземленный биом, я так скажу. И поэтому у меня это хорошо. А нет, на самом деле так же. Ничего не понял. Но очень интересно. Что же, у нас есть 14 алмазов. Неужели придется прощаться с железным мечом? Я не хочу. Он у меня новый, и тем более проблемы с атакой у меня нет. Это, конечно же, кирка. Во-первых, с
сложим весь тут ненужный мне хлам. Что еще нужно уважаемому себя Майнкрафтеру? Топор. Но у меня есть такая небольшая проблема. Что топор как бы мне тоже не нужен. То есть давайте я пока что вам заставлю на будущее. Вот единственное, что мне сейчас нужно, это ничего, поэтому я их выложу пока что. С кожей, рестованным, все это под другой фигней. Пойдем добудем обсидиан, который там он остался. Еду я тоже выложу. А, нет, еда у меня есть, нормально. С едой проблем нет. Ну, потому что я запасы еще с самого начала выживания, а путешествовать давно я не собирался. Так. Вообще, наша задача сейчас добыть как можно больше обсидиана. Ну да, даже можно, наверное, весь. Мало потом эндерчест себе скрафтим. Сейчас буду долго. Так, 7, да? О, господи, ладно, давайте. Это уже 6-9, да? Нам нужно, например, 14, но поскольку я хочу себе красивый и элитный порталват, мы добудем на 4 больше. То есть нам нужно 18. Да господи, ладно, я забыла специально. Нет. Ну, мы потеряли нашего брата. Так, смотри, надо копать туда. Вдруг там лава, и я сидя просто сажусь. Так, сколько уже? 15. Угу. 15, еще 3. А, ну вот как бы эти 3 есть. Давайте мы это сломаем. О, здрасте. Удивительная встреча. Миссис Лава. Да как себя чувствуете вообще? Я нормально, к примеру. Себя чувствую. Вот, о чем я и говорил. Подайте, Лава есть, поэтому он был просто пропал. Да-да-да.
Так, это 6 очарование плюс портал ад в ад. Вы поняли. То есть это получается примерно было. Получается. Нормально получается, на самом деле, потому что я хочу реально себе четкий портал в ад. Типа, вот это вот тоже все, но такое на самом деле. Ой. Господи, убиваю! Ты меня, не я убиваю, а меня убивают. 18 опыт, поэтому я не хочу умирать. 18 уровень. Так, получается, тропинка будет идти вот примерно вот так вот. И здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Та-дам. У меня был где-то кремень. Кремень где-то у меня был. Та-дам! Та-дам! Че, отправимся? Нет. Пока что еще не отправимся. Еще пока что давайте проведем еще тропинку туда куда-то. Вот сюда вот. Это. Понятно. Понятно. Берем свой алмаз, берем свои палки. И момент истины. Как думаете, на что тратят люди? На меч, на топор, на кирку. Не, лопата. Вот лопата это топ. Лопата это топ, потому что она вообще почти никогда не ломается. Тем более, учитывая то, как то идея. Часто работаешь, то у меня она вообще никогда не тратится. Ну, тут будет где-то 100 очарования. Тут вообще она вот так вот расстроится. Расстроится. Расстроение личности. Вот тут вот. Это березы мы срубим, потому что... И березы, и дуб эти срубим, потому что они мешают. Так, тут. Так, теперь осталось только собрать тростник, рассадить его заново, потому что на самом деле я живу хорошо, у меня хорошее хозяйство, все вообще у меня хорошо, пока не придет Кригер, точнее, пока не отправлюсь с вами, потому что вот начнется смерть. Буквально так оно всегда работает. Отлично, у меня осталось лишнее. Насколько я хочу бумагу, мне придется срубить одно. Потом оно все равно вырастет, не бойтесь. Все будет нормально. Раз. Два. Трис, я забыл тоже. Трис. Конишка. Забыл две на своих случай. Четыре. Бум! Это мы берем.
Он растет у меня реально быстро. Почему тростник растет так быстро? Вот я не шучу, он растет прям вообще моментально. Чем он больше, тем он быстрее растет. Серьезно, я отвечаю. Окей, погнали, чекнем, что там у нас. Стоп, что? Стоп, что? Хохи. Надеюсь, я хоть близко к своему дому? Уже просто ночь. Нет, я как бы узнаю этот биом, тут где-то мой дом, да. То есть я не слишком далеко от Тепехалс. Просто если бы Тепехалс очень далеко, я не знаю, что я сделала бы. На Хриберах как-то по. У меня есть щит и не только. Piece of shit, мать его. Piece of shit. Не-не, ну вот, это мои горы. Это уже радует. Типа, ну я как бы... более-менее узнаю местность, но это не означает, что я нашел свой дом. Мать твою, где я? Я потерялся. А что произошло? Почему пространственно-временной континуум изменился? Что, мать его, не суну? Забыть. Почему? Место спауна портала как бы изменилось. А? Это не смешно. Где мой дом? Вот. Все нормально. Мы, возможно, должны в дерьме. Возможно, мы в дерьме. В таком явном. Я круг навернул. Все алмазы. Ладно, может это баг. Давайте сломаем портал, пробуем еще раз. Тростник, окей, это уже хоть что-то. Все мои алмазы, все, весь мой обсидиан, все там. Ну ладно, обсидиан, да ладно. Кстати, я баганул щит, поэтому он такой работающий, хотя, по идее, не работает. Это еще не пофиксили. Где мой дом? Вроде бы я не помню координаты. Сука, знал бы я координаты.
было бы все хорошо. Сука, надо было записать. Ай, ёб твою налево. Твою мать. Я посмотрю сейчас на записи. Я перед следующей серией посмотрю запись. Запомню координаты. И мы найдем дом, как бы. Это нет проблем, потому что я даже на YouTube выложил. Вы сами можете, мне написать на самом-то деле. Потому что... Что я съел? Блин! Что я съел и продолжаю есть? Что тут? Лава, да? Да, это лава. Да, это лава. Ладно, тогда давайте прощаться. Я как бы не расстроен абсолютно. Я наоборот даже рад, что мы нашли какую-то новую местность. Давайте ставим лайки, подписываемся. Всем пока!